Слава, ты мало себе взял. Чуть-чуть скажу. Один говорит. Значит, ну понятно все. Вот турслёт, там природа, погода, все здорово, да? Познакомиться? Надо нам познакомиться. Но как нам познакомиться? Конечно, если сейчас каждый скажет, как его зовут, я, в принципе, не запомню. Только запомню, вот, Никита, как тебя зовут. Все. Поэтому давайте познакомимся. На 3-4 каждый скажет, как друг друга зовут, и все. 3-4, меня зовут Сергей! Вадим! Все, за знакомство, друзья! Ура! Нет, ну, а там в процессе... Не, ну как обращаться-то? Приятного аппетита! Хороший раз! Саня, бьёшь? Иди раз, моя, садись. Скажи, что поймал. Большая, да? Ничего не поймал? Азат, к тебе. Ложите сюда макарон. Ну не салат, сосиска боялась. Сейчас подойду. Макарон положи сюда, не можешь. Мероприятие и традиционно у нас всегда замечательная компания. Спасибо. Приятная. В общении. Давай сюда его поставим. Потом он уже присел. Не, лучше какая большая. Компания у нас всегда замечательная, традиционно. Все, в принципе, ребята адекватные, хорошие, замечательные. Давай. Вот. Поэтому я хочу выпить. Я хочу выпить. Нет, мы увидим потом. Адекватно выпить. Но я хочу выпить за нашу компанию, чтобы у нас всегда была дружная, сплоченная, на эти 3 дня, сплоченная команда. Команда, которая... В принципе, победит, ну победит, не победит, но займет достойное место, да. Вот, давайте за нас, ребята, за компанию, за замечательную команду, за команду, за нашу замечательную команду. Кивеп! Ура! 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 Ну все, уезжаем сейчас. Все уже, мы дело сделали, пока не пришла администрация. Нет, ледяная сила! Колонну по 5! Давай! Что самое главное? Подожди! А ты что? Ты сегодня не капитан, вперед! И что самое главное? Нам нужно определить нашу песню. Традиционно у нас была песня, но все живет нашего любимого. Газалама! Артиллеристы, Сталин дал приказ. Подним флаг. Для поднятия флага. Зам, флагу, зам. Тебе, конечно, интересно, ты не пьешь. Зам, команда. Команда. Горьев, Сергей Александрович. Еще один заместитель. Не надо. Дай снится нам не рок. И снится нам не рок от космодрома. И это ледяная сила. Ура! Космодрома!
поднятие флага, закрытие сезона. Ура! Ну, ура! А уже налито у всех? Кто где гуляет? Зам-заму не надо. Не говори. Кто кого как зовут? 3-4! Андрея! Давай еще раз. Он не запомнил. Не запомнил, да? 3-4! Все! Все запомнили? Нет? Катя и Максим. Дальше. Алексей. Сергей. Все, поехали. Дима, пойдем на 3-4. 3-4. Так, все. Дима, Сергей. Подожди, давай. Эх, ты всегда про меня забываешь, друг. А еще говоришь, да. Не, ну пойдем. Угадайте, кем я? Слесарь, сборщик, парень работяг. Что значит? Давайте. На специальный грузчик обучался в ПТУ. На специальный грузчик обучался там 7 лет. Чтобы жить погрузчик мягко еще больше. Я Галиваник, парень работящий, химик, ядерщик, самый настоящий. Только на заводе, как в Гастроме мы исполняем детские заветные мечты. Вместе мы работать будем целый век. Все сначала. Давайте. Слесарь, сборщик, парень работящий и гальваник настоящий. Да экспедит ответственный человек. Вместе мы работать будем целый век. Еще раз. А когда целый век? Так мы сразу вместе с вами уходим. На заводе, ах, присменный пашет. А все потому, что каждого в стране самое лучшее предприятие. Я сниму вот так. Да потом снимите. Смотри сама, какая его пальца пойдет. Вот мы все в таких штуках. А если... А вы мне что, ботинки ставите, да? Может, я тоже... По идее, изначально-то он был этот, как бы, что здесь есть ремень и брюк. Так, где моя очка? Да, где? А вот этот сучился, да? Не увидишь ничего, поправляйте, я ж не вижу. Нет, ты поймешь. Нет, ты сними, сейчас не надо, как так? Вот, вот так вот, да. Вот, вот так вот. И смотри поверх. Блин, я ему очки несу, блин. Не надо? Не, не надо. У него смешнее. Конечно. Хоть на 5.
Давайте фотографируем. Борщик. Давайте Вадим, у тебя. Вадим, флешку у тебя. Дорогие друзья, команда представитель заказчиков, кому с утра, кому что надо, представляет песню. Песня посвящается 45-летию Ульяновского ордена Ленина механического завода. И, конечно же, людям, которые на нем работали, работают и будут работать. Спасибо за внимание. Я учился 8 лет на экономиста, аспирант, почти доцент, вуз окончил чисто. Механический завод мне открыл объятья, и работаю теперь, угадайте, кем я. Слесарь, сборщик, парень работящий, на заводе аж три смены пашет. А все потому, что наш завод в стране самое лучшее предприятие. Я физиком решил после старших классов, знав, как силу приложить, сколько нужно массы. Механический завод мне открыл объятия, и работаю теперь, угадайте, кем я. Экспедитор, парень работящий, если надо, груз кладет и пашет. Человек ответственный, самый на земле, потому работает здесь на УМЗ. Я учился в ПТУ, на специальность грузчик. И ведь я погрузчик. Механический завод мне открыл объятия, и работаю теперь, угадайте, кем я. Я гонщик, парень работящий, и не грядущий, самый настоящий. Если вы хотите стать хорошим человеком, воспитать в себе стремление к будущим победам, то дорога вам одна светит на земле. Механический завод – это значит сила. Слесарь, сборщик, парень работящий, и Ваник, и Миха настоящий, да и экспедитор, хороший человек. Вместе мы работать будем целый век. Кто весел не бросил, тот землю свою найдет. Тот землю свою найдет. Так, Дима, посмотри, смотри, значит, смотри, Дима, скандал. Значит, ты сможешь спеть так еще не раз. Не поешь. Не поешь. Я перевожу. Когда девушка почти спасет, я кого зову, кого-нибудь зову? Кто подойдет? Андрей, Андрей. Да, тебя зовут. Дядя Вася. Он поет, Дима поет. Да, мы его. Раз, и уносим. А вы все сзади стоите. Да, а ты поешь. А я где на этом буду подходить? Ты поешь. Они тебя уносят, ты поешь. Подожди, а когда же переход? Ты поешь, а мы тебя, а потом мы уносим, они стоят. Потом выходим, а если Сережа? И дальше поешь. Текст какой посерьезнее. Ну, тебе придется. Внимание, песня туристическая, импортная. Уфта на магнерлер, я сперегу тебя, шашечек курсенде, уфта на магнерлер, я скеледок. Рядом сидит красивая девушка. Я понимаю ее жена. Уфта на вот она уже почти моя. На завтра мне бежать туристический полосок. Я отвлекаю ее в сторону. Завтра будет ориентирован. Будет вот кому. Но все равно
Мысли мои только об этой девушке. Но почему-то я ее не соблазнил. И утонул. Синь оносит полгом огбех. Значит, пошел непереводимый фольклор. А если серьезно, мы хотим спеть вам туристическую песню. Ты помнишь, как все начиналось? Все было впервые вновь. Как строились лодки, и лодки звались, вера, надежда, любовь. Как дружно рубили канаты, и вдаль уходила земля. И волны нам пели, и каждый пятый, как правило, был у руля. Я пью до дна за тех, кто в море, за тех, кого любит волна, за тех, кому повезет. И если цель одна, и в радости, и в горе, но тот, кто не струсил, и во всем не бросил, тот землю свою найдет. Напрасно нас бури пугали, вам скажет любой моряк, что бури бояться вам стоит едва ли, в сущности буря пустяк. Но в буре лишь крепче руки, и парус поможет идти. Гораздо труднее свернуться со скуки и выдержать полный щит. Я пью до дна за тех, кто в море, за тех, кого любит волна, за тех, кому повезет. И если цель одна, и в радости, и в горе, но кто-то не струсил, и бросил, не бросил, тот землю свою найдет, тот землю свою найдет. Следующими выступает команда «Гермес». Сартин, хватит. Страни маленько. И по счету давай. Давай, по счету. Раз, два, начали! Давай, тащи ее! Луна появилась и лезет
настырно все выше и выше. Сейчас со всей мочи с тобой устаски. Никто не услышит, ой-ой, ой-ой, ой-ой. Никто не услышит, ой-ой, ой-ой, ой-ой. Искандаров, Искандаров, ты слышишь нас, друг? Вернись, я все прощу. Вернись. Все, 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 третий, третий, третий! Ура! Ура! Змей, великий змей, большой змей, подколодный змей. Какую кличку получил от своих соплеменников Чингачгук? Ползучий змей, великий, большой, подколодный. Еее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 ee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 
мой, пить надо меньше. Тоже. Сходится в одном. Водка – зло. Пить надо. Никотин – это яд. Истина – в вине. Люди, которые думают, пить надо больше, и те, которые думают, пить надо меньше, сходятся в одном. Водка – зло. Пить надо. Никотин – это яд. Истина – в вине. Да не больше не написали. Да не написали. Не написали. Да не написали. Вариант ответа. Дружный фильм. Внимание, правильный ответ. Пить надо. Следим. Внимание, правильный ответ. 1024 год. Потом выкупать. А мне приходит домой. И убрал в сторону. И вот это. И друг помогает. Самое главное на вздохе. А понял, вот это. А как вот это движение? Посмотрим, что будет. Друг поправили. Все как готово, отсечки готовы. Все понятно. Померь эти самые. Что, 12 подходил, а сейчас будет. Мне хороший маленький. А у меня маленький. За вами следи. Лично, за вами. Да, берем, потом подберем. Да, конечно. Нет, конечно. Нет, конечно. Нет, конечно. Нет, конечно. Нет, конечно. Нет, Есть, правильно. Сейчас, конечно, не могу. Левая жизнь.
друг другу помогаете там. Да. Примите штормовку ему. Вниз штормовку. Вниз. 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 Штормовку одерни ему. Туда. Полиции. Давай, вперед. Перчатки готовим. Да. Отойди. Отойди, тяжи, мы тебя определили. Север последний. ВЗ здесь бежит. Все, бегом. Все, бросай. Командой. Все ждут это и потом вместе отбегают. Да. Есть! Бутылки там один. Отбегайте, мешок! Бегут. И по одному поднимаемся. Отойдите от этого. Вперед, сначала один полностью должен, да? Ногами. Блин, давай. Молодец.
Иришка, ты можешь просто упасть. Надо, это как страховка. По идее надо, потому что соскользнут руки и все. Нужно загибать, по идее. Андрей, смотри, Андрей. Серег, давай, 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 давай. Молодец. Есть. Отсюда ушите все, ладно? Все посмотрели как? И все, и ушли. Свалили. Давай, давай, давай. Ушли мы из штрафа. А, у них все, у них 10,5. Вот когда будет, нам что надо? Нам что надо? Самый маленький. Да, ЦМК, улица 8 с чем-то там. 8,5, 12,5, 23, 48. Нам конкуренты. Нам приятно, да, но это... Хорошо же, вы видите, как хорошо выступаете. ЦМК, кого считаем? Я считала вас эти 40. ЦМК, Дорогие друзья, небольшое объявление. Значит, кто видел толстовку на Тор-Паладье? Одна команда потеряла толстовку. Может быть, кто случайно видел? Вон там он что-то лежит. Черт, там вот у тебя. Это здесь черт. Там выйдет. Смирно, равнина, средина. Товарищ комендант туристического слета. Туристический слет на закрытие построим. Командующий Вурнов. А почему не главный команды? Ну, очень рад, что все живы-здоровы, слава богу. Прошелся следующий день. Потенциал еще нет. Итак, слет. Равняйся! Смирно! Равнение на середину. Товарищи, главный судья, Неофициально несколько слов. Во-первых, хочу поздравить с тем, кто очередной Ну, не нажат, не учат, короче.
Акину. Поэтому, как только скажут, дай радио всем своим друзьям,
Всем отдай. Ну, конечно. Всем отдай. Дим, Дим. Иди сюда. А мне? Еще большой команде одной. Дим, это всем вам. Целуй. Горько. Горько. Раз. Два. Еще раз, не получилось. Еще раз. Спасибо. Так. Внимание. Да. Ну, подними стульчик, подними. Вот. А где у нас девчонки? Отдай ребенку. Вот возьмите. Кому надо, кому надо. Спасибо. Хочешь, сожги.